Кузнецкий район Пензенской области, образованный образованный 37 тысячами наших прекрасных людей. Он расположен в восточной части прекрасной Пензенской области. Мы образом называем его восточный форпост нашего родного края. Инвестиционная привлекательность района позволила разместить на его территории крупные инвестиционные проекты. Это концерн «Чертизовский», который выращивает птицу в больших очень объемах, и предприятие Сингапура. Только мясо мы производим 27 тысяч тонн. Для сравнения, если загрузить вагоны, это ежемесячно 40 вагонов в состав расходится по Российской Федерации. Мы имеем собственный торговый бренд «Кузнецкая Слобода» для продвижения продукции местных производителей. Возродили Тихвинскую ярмарку, учрежденную в свое время прабабушкой Александра Николаевича Радищева. И эта ярмарка учреждена в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, покровительницы торговли. И она активно развивается, бизнес имеет возможность представить свои новинки. Мы не имеем крупных предприятий. Основой нашего производства является малый и средний бизнес. Вот эти цифры, которые представлены на этом слайде, показывают, какой объем, в объеме инвестиций, поступления от средств, от налогов малого и среднего бизнеса, численности занятости имеет значение малый и средний бизнес в Кузнецком районе. Через нас проходит трасса М5, и на всех 57 ее километрах расположены предприятия придорожного сервиса. Бизнес не применил воспользоваться этим удачным логистическим местоположением. 101 объект придорожного сервиса расположен на дорогах Кузнецкого района. 80%, вдумайтесь, 80% в общем объеме товарооборота дает нам предприятие придорожного сервиса. На территории Кузнецкого района множество прудов, баз отдыха, а санаторий «Надежда» имеет воду, лечебную воду, по составу чуть отличающуюся от знаменитой Трусковца. Наша муниципальная практика. Среди множества муниципальных практик мы представляем сегодня муниципальную практику. Мы создали коворкинг-центр. Это место, где начинающий бизнесмен может приобрести...